Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, проведено для первых классов. В остальных – традиционные классные часы. К 85-летию образования области специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абуда Смухамбетова в этом году приняла в первый класс 26 детей. Специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абуда Смухамбетова является одним из лучших учебных заведений области. Из 55 выпускников прошлого учебного года 47 поступили на гранты в зарубежные и столичные высшие учебные заведения. В этом году в первый класс приняли еще 26 детей. Сентября – особый день для детей. Они знакомятся со школьной жизнью и впервые перешагивают порог школы. Следующие 11 лет дети продолжат получать образование. Почетный профессор Казахстана Заркын Тайшибай обратился к первоклассникам с наилучшими пожеланиями и благословением. Эта школа является одной из лучших школ в Казахстане. Поздравляю всех вас с таким прекрасным днем. Желаю успехов во всех начинаниях. Перед тем, как пойти в первый класс, дети должны уметь распознавать и писать буквы. Все эти ребята прошли предшкольную подготовку и сдали экзамены. Еще одним нововведением этого учебного года стало возвращение алиппе, букварь, спустя несколько лет. В этом году мы приняли 26 учеников в первый класс. Мы соблюдаем все санитарные нормы. Мы очень рады приветствовать всех в стенах нашей школы. Поздравляю всех коллег и родителей с 1 сентября. В конце торжественного мероприятия по традиции прозвенел первый звонок для первоклассников. Мадина Нуркина, Анатолий Белонок, служба новостей.